Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Татьяна Кузьмина, лидер проекта «Флоранж Инфоберлик» и рубрика «Сетевой стёб». Сегодня одна моя знакомая поделится своим опытом, как она хотела заработать денег в интернете. Решила я заработать деньги в интернете. Говорят, в интернете за 2-3 часа в день платят 100 тысяч рублей. Ну, думаю, сумка для денег у меня большая имеется. Интернет у меня подключен, ну а уж 2-3 часа в день-то я и подавно найду. Пошла. Дали мне шаблон для рассылок и говорят, создай 100 страниц в Одноклассниках и будет тебе счастье. Создала, начала рассылать сообщения. Не успела я отправить одно сообщение, а мне бан прилетел. Отправила еще 2 сообщения и снова в бан попала. Отправила еще 2. И снова в бан. И так у меня за целый день все мои страницы и закончились. Но делать нечего, надо новые создавать. Неделю не ела, не спала, не пила. Создала еще 100 страниц. Ну, думаю, кто же откажется от такого суперского предложения всего лишь 2-3 часа в день работать и 100 тысяч зарабатывать? Кому ж такие деньги-то не нужны? Начала снова отправлять. Отправила сообщение, меня в бан. Отправила еще 2 сообщения, меня снова в бан. Слушайте, я что-то не понимаю. Почему одним за 2-3 часа в день 100 тысяч рублей платят, а я уже целых 2 недели работаю, и мне ни копейки не заплатили? Может, я не ту компанию выбрала? Как думаете, а?